Проще простого зарабатывать деньги в интернете. Кэшбэк-сервис AliExpress с реальным кэшбэком от 7 до 15%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Итак, всем привет, дорогие друзья. И сегодня я получил посылочку из Китая. Такие вот наушники, копия наушников, вернее, Beats B Dr. Dre. Studio HD, походу, или Monster, что-то там такое. Короче, какие-то наушники. Вот такая вот у нас коробочка. Тут у нас на русском языке даже есть что-то написано. Так, вот так вот она выглядит. Тут у нас физиономия этого самого человека, который типа наушники эти делает. Ну, не эти, китайцы сделали, конечно же. Вот, сейчас мы заглянем вовнутрь, что там у нас лежит. Так, наушники, походу, должны быть красного цвета, как и эта коробочка. Так, вот и сами наушнички. Это у нас тут кабелек. Наушники эти запакованы. Так, в коробочке больше ничего нету, пусто. Так, идем к осмотру наших наушников. Так, а сначала еще кабелек вытащим. И здесь, походу, должен быть двойной мини-джек. Да, здесь двойной мини-джек. Один в наушник вставляется, один там в телефон или в плеер. Это, кстати, очень классно, потому что если проводочек сдохнет, его можно заменить. Круто. Вот. Так. Смотрим наши наушнички. Вот так тут у нас тоже надпись имеется. Вот такие вот у нас тут логотип. Тут тоже. Так. Так. Вот эта штучка мягенькая. Хорошо. Вот они у нас вот так вот выглядят. Выглядят, я вам скажу, в принципе, пристойно. Хорошо выглядит. Мне нравится. Так, накладочки у нас мягенькие. Тут сеточка. Динамики. Эта штучка подвижная. Это очень хорошо. Так, так. Это у нас тут здесь вытаскивается как раз под размер. Чтобы если у кого головка большая или нет. Вот такие вот штучки. Хорошо. Вот такие вот наушники. Так, штукерок. Раз. И вот так вот. Так, ну что, буду их, короче, слушать, тестировать. Вот, и потом уже скажу свое мнение, как они по звучанию. Вот, что там с басами, с низкими. Ну, я думаю, звучание должно быть нормальное. Ну, я не думаю, что там прям как оригинал будут орать, но все равно, в принципе, будет нормально. Тем более, что у меня есть с чем сравнивать. У меня одни наушники там профессиональные есть. Ну, полупрофессиональные, японские. Вот, и те по звуку мне нравятся. А эти, не знаю, эти еще не слушают. Сейчас, в общем, протестирую и скажу свое мнение. Может, даже попробуем на камеру что-то там звучание послушать, как они орут. В общем, буду тестировать. Итак, в общем, протестирую я наушнички, и по звуку они мне нравятся. Очень даже неплохие. Самое главное, что на максимальной громкости они не репят. Звук чистый, детализированный, все слышно. И низкие, и высокие. В общем, хороший звук, мне нравится. Вот, а вот такие вот у меня наушнички. Это старая модель полупрофессионалки. Вот тут у меня звук регулируется, там можно частоты регулировать, в общем, такие вот наушнички, вот, но, если честно, конечно, эти звучат немножко лучше, ну, это, соответственно, да и не, там и дороже стоили, вернее, вот, а, ну, в принципе, хорошее качество наушников, и по 5-бальной шкале я бы им дал 4 с плюсом, это точно, очень хорошее. И сейчас мы включу вам, продемонстрирую звук, как он тут работает. Где мой aim? Так. Так, что тут? Сейчас на всю громкость врубим. Думаю, вам слышно, да, как они орут? Звук довольно громкий, очень хорошо. Но это не обращайте внимания, дело в том, что у меня Zenfone 2, и здесь сам по себе этот плеер, он немножко тиховат. Вот, а громче его там не сделаешь. Ну, такой уж телефон. Но на компьютере на всю громкость, когда вырубаешь, конечно, намного лучше слышно и громче. Но я думаю, в принципе, и так пойдет. Мне этой громкости вполне хватает. И я в тренажерке когда тренируюсь, там тоже музыка играет, и я ее не слышу.
я слышу только свою музыку, что самое главное. Накладочки, кстати, удобные, мягенькие, не давят в ухо, и вот эта вот штучка вообще для головы очень классная, мягенькая тоже, в голову ничего не давит, в отличие от вот этих вот, допустим, у меня здесь жесткая, и если я очень долго сижу в этих наушниках, то они мне очень сильно давят, уже мне приходится постоянно переставлять местами, чтобы надавил, я там передвинул сюда-сюда, вот, то как бы не очень удобно, но эти, конечно, получше, да. Ну, эти хорошие, потестил, мне они нравятся, я себе их оставлю и буду пользоваться. Такие вот наушники у нас. К сожалению, конечно, ссылку я на них не выложу, потому что у продавца таких наушников уже нету, закончились. Так что вот так вот получилось. И шли эти наушники ко мне около месяца, довольно долго. Вот, и я думаю, в принципе, можно заказывать наушники из Китая. Вот, там есть более интересные модели, скажем так, но они и подороже стоят. Эти, короче, стоят $6 всего лишь. Ну, блин, за $6. Реально, $6, копейки вообще. Вот, поэтому, как бы, ничего сверхъестественного я там за $6 не ожидал. То есть, в принципе, вполне ожидаемое качество. Вот, качество неплохое за эту цену. Хороший звук. И удобство использования, кабелек вот такой вот. Дело в том, что у меня вот на этих один недостаток есть. Вот здесь видите, они не снимаются, здесь нету 3,5 мм разъема. То есть если кабелек порвется, то придется провод менять, разбирать и там это самое. У меня вот уже, кстати, порвался, поэтому пришлось менять штекер. Вот такая вот штука неудобная. А вот это, конечно, очень удобно придумали, что проводок, если сдохнет, то можно его заменить. Это очень круто. Мне это нравится. Поэтому, если будет у вас возможность покупать наушники именно с вот таким вот раскладом, обязательно берите. Не берите с цельным проводком, потому что если он сдохнет, то потом все. Наушники или в мусорку, или разбирать и менять там проводок. В общем, масса неудобств будет. Вот такой вот у нас обзорчик. Всем спасибо. Ставим лайки, подписываемся на канал. Пока. Понравилось видео? Ставь палец вверх и подписывайся на канал.